Господа, я пригласил вас для того, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Так начинается знаменитая книга Николая Васильевича Гоголя. В данном случае пренеприятнейшее известие какое? Данный инструмент был ударен. Как ударен? Профессиональный музыкант одевал его, что называется, как рюкзак за плечи. Неосторожное движение, в результате падает этот инструмент с полутораметровой высоты. В результате нарушена здесь вся система переключателей регистров. Тут, кстати, есть и подбородком регистры, где управляются сверху. Вот так он сейчас вот такое имеет, что называется, состояние. Вот он сам играет, то есть пробиваются голоса. Еще раз скажу, что нарушена система регистрова и так далее, и так далее. Ну, что поделаешь. Я должен, как дипломированный специалист, приводить его в порядок, этот инструмент. Все-таки удар о тротуар, об асфальт, это дело серьезное. А баян очень тяжелый, то есть инструмент, ну, примерно, сейчас я скажу, примерно, ну, где-то 15-17 килограмм. Это заказной баян, инструмент с Казота, там в середине есть закрытая камера. Он, этот инструмент, четырехголосый. То есть, если тут внимательно посмотреть на регистры, он имеет 4 голоса, этот баян. Баян добрый, заказной, был до удара. Ну, теперь после удара придется его возвращать, ему его замечательное качество. Так что, дорогие друзья, я буду работать, буду приводить сей инструмент в порядок. С вами разговаривал музыкант Сергей Замбровский.